Сегодня я попробую поговорить на тему отношения к режущим предметам в среде российских интернет-пользователей, с которым я столкнулся. Я модерирую небольшое сообщество на социальной сети ВКонтакте. Вот уже 3 года. Или 2. И могу сказать, что сталкиваюсь с довольно схожими явлениями, довольно схожими проявлениями того, что я называю низкой правовой культурой и плохим отношением к режущим предметам. Первое, самое яркое, это то, что многие люди, в основном молодые люди, почему-то считают, что такие милые девайсы, ну и прочее им подобное, предназначены в первую очередь для нанесения телесных повреждений себе подобным. То есть люди хотят носить с собой режущий предмет, чтобы тыкать им в других. Вот хамство. Ну, во-первых, как вы понимаете, я не равнодушен к режущим предметам. Для меня такие люди опасны, потому что, наглядевшись на них, доблестная милиция начинает считать, что всякий человек, у которого с собой есть режущий предмет, непременно вот такой вот дурак, который готов немедленно начать тыканьем в людей. А точить... И, соответственно, они менее склонны поверить в мою чисто правдивую историю, что своим режущим предметом я тащу карандаши, режу продукты и вообще решаю большое количество мирных жизненных задач, к чему привык и в чем никоим образом не позволяю себе угрожать другим. Вторая проблема — это отсутствие культуры обращения с опасными предметами. Режущий предмет всегда опасен. Ну, во-первых, люди стали забывать, что нож подается только рукоятью вперед. Но это мелочи. Ты ежедневно сталкиваешься с фотографиями сломанного ножа и удивленным комментарием автора в стиле «Я бросил его в стенку, и он сломался». Ну, господа, это уж полный бред. Считается, что все ножи метательные. Метательные ножи — это метательные ножи, они продаются под отдельными названиями и выглядят довольно сильно отличаются от стандартных устройств. Потом это гонка за размером. Чем длиннее, тем лучше. Возможно, если речь идет даже об оружии, даже когда речь идет об оружии, это несправедливо. Когда люди стараются взять с собой в поход клинок побольше и помассивнее, считая, что если в клинке 20 сантиметров длины, 6 сантиметров толщины обуха и 8 сантиметров ширины, этот нож универсален и решает все задачи. Тоже своего рода чушь. А также отношение людей к режущим предметам тоже ужасает. Такие страшные для пользователя вещи, как открывание ножом консервов, причем ставящиеся как основная задача, метание складных и других непредназначенных для этого ножей в деревья или просто в стенку, тыкание ножей в песок, опять же складных, и прочие совершенно варварские задачи, кажется, стали очень широко распространенной нормой. Господа, лечитесь от этого, пока не поздно. Относитесь к вещам достойным уважения, соответственно. Ну и, наконец, маленький сборник анекдотов. Самый страшный человек — это человек, который любит катаны. Возможно, вы удивитесь, дескать, как это? Катана — это же лучший меч на земле. Творение великих японских кузнецов, вершина эволюции искусства производства оружия. Ну да, вот когда такое дело слышишь каждый день, читаешь раз по 5 на дню, начинает бесить. Плюс вечный холивар между реконструкторами и анимешниками. Анимешники знают о катанах из аниме, про катаны из аниме, реконструкторы знают о европейских мечах из реконструкции, и у них начинается холивар, задолбывает. Следующий ужас. Ножи Рэмбо. Я уже немного говорил об этом, господа. Боевой нож —
Это не нож длиной 40 сантиметров с пилой на обухе и набором крючков в рукояти. Более того, ножи Рэмбо были придуманы специально для фильма Рэмбо, для того самого первого. И отношения к реальным боевым моделям они не имеют. Если вас это интересует, посмотрите любую энциклопедию вооружений, и вы выясните, что боевые ножи 20 века, из тех, что действительно использовались в боевых действиях, это простые, довольно компактные и довольно легкие устройства, без лишнего хлама. Ну, пока что все. Постараюсь больше не пить перед записью видео и снимать в более светлом помещении. До свидания.